Ладненько. Ну, сейчас будут бить Брайта. Возможно, даже ногами. Возможно, даже по голове. Но выпал блиц. Ой. Так еще Годвар. Типа, вопрос же в том, как ты их ешь. Понимаешь, если ты жрешь бургеры каждый день, то, очевидно, это не очень полезно. И если ты жрешь бургер раз в месяц, то как-то... В чем проблема? Все всегда... Понимаешь, жить вообще вредно. Так уж сложилось, что жить очень вредно. Поэтому надо просто... Как это называется-то? Во всем знать меру. Я, честно говоря, не знаю этой рекламы, трупер, ну ладно. Блин, я сразу вспоминаю еще этот, какой-то аэропорт. Только у меня вылетело из головы какой. Там фигня в том, что... как называется? Вот когда ты в открытой зоне аэропорта, там чё-то ни хрена нет. Я имею в виду, что не пожрать ничего. А вот когда ты уже пробил билет и прошел, там находятся все самые прикольные вещи. А я в первый раз этого не знал. Маялся. В общем, выбесило знатно. Да, да, я тоже думаю, что так оно примерно и есть. Использовать лимиты тела — это как? Брайт сразу на гол пошел, да? Мне, правда, кажется, что, может быть, там один дэш-от такла был лишний, но окей. Мне похоже, что надо забивать сейчас. Да. Изейший вантер над бедонией, ребята. Изейший. Даже не вспотели. Ну, я рад, что у меня рядом нет ничего такого. У нас единственное в свое время в городе был этот... Где сэндвичи? Subway. Ну, как я понимаю, в этом Subway работали по лицензии очень плохо, и лицензию отозвали. И Subway закрылся. А зачем тебе пиво, чипсы, сухарики? ХД, конечно... Ну, я понимаю, что там с ГФИ не очень удачно получилось. Но в целом так себя отыграли. Я приду в гости, а кто тебя пустит? Ладно, давай уточним. Ты молодая красивая девушка. Если нет, то уже не интересно сразу. Сорян. Не боится кидать ГФИ. Окей.
Ну, не знаю, мне кажется, что если ко мне будет напрашиваться в гости человек, который ждет ББ3, то он явно психически нездоров. Меня это смущает. Это звучит как какая-то девиация. Согласитесь, звучит подозрительно просто. Ну мы же говорим о первоначальном фейс-контроле Годвара. Если ко мне вдруг захочет прийти в гости красивая молодая девушка-зрительница, я же что там, буду гонять ее по каким-то тестам характера из 500 вопросов или что? Или мне с ней еще денег попросить? Ох, коровка. А если молодая тянка ждет ББ3, ну, я бы сказал, Бакиям, я тебя узнал. Не... уходи. Ну, вообще, конечно, Арт Костя теоретически дал 2D в мяч. Хотя и не самые простые. Да. Но если молодая тянка, ну я бы точно был бы уверен, что это трап. Чё, вы много знаете молодых тянок, которые играют лучше меня? Я вот ни одной не знаю. Тут тяжеловато будет прикрыться Арт Кости. Ой, Арт Кости, в смысле Брайтон, Брайтон, Брайтон. А зачем удар? Мы не спешим на гол, мы вот так вот делаем. Ясно, ясно. Рерол. А, профя. Бить, чтобы бить, да. Ну что-то Брайт, по-моему, в этом драйве практически приплыл. То есть тут уже похоже на то, что как-то печальненько. Подзаколотили бидонцев. Кто вообще, кстати, стал бы выбирать тянку по умению играть в ББ? Лол. Надо было реролить. Я, кстати, удивился, что не пореролил. Потому что казалось, что либо ты сейчас реролишь и есть какие-то шансы позакатить. Либо ты не реролишь и вот как-то так, как сейчас. Все-таки без такла будет уже тяжеловато отобрать мячик. Даже если от Кости продолжит играть чутка на пофиг. Ну, я бы, конечно, сказал бы, что выйти бидони вышку, эта задача, конечно, не очень простая.
А уж про чемпионство я не говорю. Ну, Арт Кости, конечно, не очень сильный игрок. Ой, да кто у нас не махинировал с трансферами в рубли? Все махинировали. Даже один мой трансфер можно рассмотреть как махинацию. Хотя я, как бы, не виноват. Офигенно приятно, что коровка пошла. А блиц-то будет? Будет. Ну, тут уж можно реролить, да. Еще хорошо, что бедонию прям не стирают. Ну, не знаю, Брайт. Мне просто кажется, что бедония ватновато для того, чтобы пройти весь вот этот вот непростой путь. Мне просто кажется, что как бы бедония очень зависима от дивизиона. Ей мало попасть, как бы. Ей надо попасть в очень хороший дивизион. Практически в какой-то идеальный, притом не один раз. Ну, тебе в этом плане, конечно, более-менее повезло. То есть тебе выдали дивизион, в котором, ну, фактически только вот Арт Кости прям... Что-то типа контры, может быть, там, я не знаю, неприятно будет с кем-то с нурглей играть. Ну, может быть, еще с одним этим орчиком. Просто попади, Брайт, например, в грифоны, то я что-то думаю, там было бы очень тоскливо. Нормальное начало, Брайт. Хорошо прям. Я призываю к тому, что если бы у тебя было бы подряд, допустим, типа Ефирюга, там, Бист, Мастер, Зен, потом какой-нибудь Коди, Весвин, это было бы все-таки чуть страшнее. Ну, Бедония, прям трудно назвать ее Тир 3. Это сложный вопрос. Мне просто кажется, главная проблема, что Бедония, она как-то... По навыкам кажется более высокой Тимой, чем есть. А на практике все просто разваливают. Я хз, почему? Ну, насчет бега я не знаю. Сложный момент. С
статов, наверное, не хватает немножко. Ну, посмотрим, как в ББ-3 переделали Бедонию. Мне показалось, она стала посильнее. Ну, как ты представляешь себе, бегая аристократа? Ну, можно было бы сделать какого-нибудь кавалериста. Да. Притом, может быть, не кавалериста прям бегая, а чё-нибудь четырёхсильное, я не знаю. Да, есть такое, Брайт, есть такое. Ой, какая приятная шестерка. Ну, кстати, в целом арт-кости более-менее прилично стоит. Тут можно прорваться, очевидно. Видимо, через блиц вот сюда куда-то. Все-таки вот этот бычок без БТ. Приятные шестерки. Очень приятно. Ну, не знаю, Брайт. Мне что-то кажется без обид, что на халяве чемпионство Бедонии... Ну, как бы, Колян попал в ту самую редкую, суперприятную ситуацию. Типа, прокатит ли второй раз такой завоз у Коляна, я что-то сомневаюсь. Тут просто... Ой, да блани. Ну, кубики в мячике есть. Я сомневаюсь, что второй раз так запрет. Снаряд упал в воронку, и все, как бы. Тяжело просто представить, что опять в ПО попадет Виталик или что-то типа того. Ну, в принципе, да. Брайт пошел по правильному пути. Ему убьют всю команду. И он сможет поиграть на обузе, как Колян. Хитрый план. Да что-то люди уже задолбались играть в ББ. Ну вот. А ББ-3 сейчас уже, я думаю, никто не ждет в адекватном состоянии. Опасно, не повезло тут Брайт, конечно, с этой таблой. Ну, встал он, конечно, так, что там кубики в мячик считались, если что, но... Окей. Привет, Собак. Чё ты там? Вице-чемпиона обидел, говорят. Тебе не стыдно? Да, что-то Брайту прям сильно не везет. Тут, правда... Подождите. Не, вроде бы проталкивания не вижу. Мне не понравился этот рерол. Я понимаю, что рерол был для того, чтобы дать 2D в мяч. Но мне кажется, зря. А здесь можно было попробовать шлепнуть в 1D. Чтобы потом задоджить коровы блицом в 2D. Ну ладно. Чуть
слегка коряво. Я только не понимаю, как Брайт забивает, собирается. Да. Вот этот парень, конечно, отлично блицует уже который раз. Ну еще ГФИ, да. Ну что? Гадвар, кому ты это рассказываешь? Я, если что, не работаю в цианидах. Если ты думаешь, что у меня есть какие... Найс, удары. В 1D просто супер. Если ты думаешь, что у меня есть какие-то эти подвязки в цианидах, ты сейчас расскажешь свои идеи, а я потом приду и забахаю, то нет. Это так не работает. Было бы очень классно, если бы так работало, без вопросов, но нет. А, понятно. Ну, не волнуйся, они никого не слушают. Блин, играет БТ на агильне, хотя я помню, что... Круц, по-моему, говорил, что брать БТ на агилу это не ок. Ну ладно. А вот теперь уже кажется похоже на закат. Может быть, не самый простой закат, но закат. И побежали. Ну, маг еще есть, что хорошо. Из страшного только вот этот паренек, который может на пофиг задоджить 4+. И поехать в мяч. Но Брайт, я думаю, как бы это... Мага еще прибережет, чтобы оставить опции игры на победу. Я так смутно догадываюсь. О, а Дио сегодня играет рубл. Окей. Вчера, короче, так себя чувствовал, что пришлось приоткрыть окно, несмотря на зиму, чтобы впустить воздуха. Потому что мне что-то без воздуха не засыпалось. Неприятненько. Теоретически 2D в мяч есть. Теоретически. То есть контакт дает табурет. Додж 2D. Да не, ну просто дышать тяжело, Гадвар. Вот когда дышишь свежим воздухом, как-то оно получше. А когда дышишь как-то вот... Если ты квартиру не... Это... Не проветриваешь, что уже не очень. Да я понимаю, блядь. Anyway, ты в конце пытался перекрыться, и там не было смысла тратить РР.
Так. Ну тут и в зачетку можно, да. Ну вообще с одним рерол, двух ходовку ХД без с магом тут как бы тяжело. Как я понимаю, кик предал. Угу. Понятненько. Но это довольно сильно повышает шансы, особенно если хлопушка ударит на единичку. Тайца приехала откуда не ждали. Игла. Ну, это так неприятная мелочь. Мне нравится, что арт-кости до забегания на гол сначала максит блоки. Найс. Зачем бежать на гол? Сначала драться, потом бежать. Ну, типа того. Ну что, молния должна пофейлить. Нет. Еще такой терпимый, но конечно дабла очень не вовремя прискакала. Честно говоря, после мага я уже подумал, что а что должно случиться, не подбор. Ну такая, конечно, полушальная получится. Похоже на полушальную ничейку. Осталось скинуть 3 плюс, 2 плюс, да? А, нет, даже 3 плюс, 2 плюс, 2 плюс. Okay. И он еще хочет побить коровы до остальных действий. Okay. Грамотно задоджил единичку, ребят. На опыте. Зачитал как открытую книгу. И эти ГФИ по одному, как будто бы он решил бы не забивать. Я понимаю, брат, я понимаю. Смешанные чувства. Ой, опыт обидный, конечно. Опыт прям очень обидный.